Торжественное собрание началось с позитивной статистики. Благодаря работе правоохранительных органов в Одинцовском районе удалось снизить уличную преступность по сравнению с прошлым годом на 10%. Уменьшилось и число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии. Была проделана серьезная работа по борьбе с мошенниками в сфере ЖКХ и недобросовестными застройщиками. И на обеспечение общественного порядка, в том числе в дни выборов президента России и губернатора Московской области, а также в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу. В преддверии праздника награды получили более 50 сотрудников органов внутренних дел. Начальник межмуниципального управления МВД России Одинцовская полковник Алексей Школкин выразил особые слова благодарности ветеранам службы. Особую признательность хотел бы, конечно, сказать нашим ветеранам. Действительно, их роль велика в воспитании нашего полицейского духа, преемственность, значит, традиций. И в первую очередь заслуга, соответственно, наших ветеранов. За это им огромное спасибо. Наиболее отличившиеся сотрудники правоохранительных органов были награждены знаками отличия, почетными грамотами и благодарственными письмами от разных ведомств, в том числе от министра внутренних дел Российской Федерации, областной думы, главы Одинцовского района, районной общественной палаты. С профессиональным праздником правоохранителей поздравила первый заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», пятикратная олимпийская чемпионка, герой России Лариса Лазутина. Праздником и поблагодарить за вашу работу, а вернее службу. Потому что благодаря ей люди обретают уверенность и спокойствие в своей безопасности. И поэтому очень хочется, чтобы вы были сильными и здоровыми. И, конечно, благополучия вам и вашим семьям. Перед виновниками торжества выступил депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Голубков. Хотелось бы, чтобы в вашей сложной, очень ответственной работе, миссии, в той службе, которую вы несете на благо общества, знаете, как у нас у газовиков, мы говорим, чтобы пореже звонил телефон 04, вот чтобы пореже звонил телефон 02, чтобы ваш труд, чтобы ваша работа, без которой не может жить наше общество, ту безопасность, которую вы обеспечили, чтобы вы делали на высоком профессиональном уровне, чтобы вы всегда возвращались вовремя домой с удовольствием и с радостью, а с утра шли с таким же интересом и хорошим настроением на эту важнейшую работу. На торжественном собрании было отмечено, что за 10 месяцев этого года межмуниципальным управлением МВД России Одинцовская успешно отработано более 300 мероприятий – общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-зрелищных. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».